Карабах для нас головная боль. Чем раньше мы избавимся от этой головной боли, тем лучше. Отдав Карабах, мы получим дороги в Азербайджан, Турцию и Иран. Главное сегодня жить хорошо, а не с непонятными националистическими требованиями. Мы хотим подписать бумагу, из-за которой многие люди будут нас критиковать, проклинать, называть предателями. Народ может даже решить отстранить нас от власти. Однако мы будем удовлетворены и благодарны, если в результате этого Республика Армения площадью 29 800 квадратных километров получит прочный мир и безопасность. И подписал.